Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать вас на своем канале. Мой добрый зритель, кого интересует огородничество на окне и балконе, вас я и приглашаю. Базилик, у меня его одна плошечка. Было две, вот такая плошечка и горшочек. Один я отнесла на работу, чтобы там в обед что-то можно было, ну, немножко приукрасить, скажем так, салатик или супчик, что принесем. И вот раз в две недели приходит время сбора урожая. Это к вопросу о том, стоит, не стоит, выгодно, не выгодно, я не могу ответить. Я просто люблю выращивать что-то на окне и на балконе, так как другой возможности у меня нет. И вот когда он подрастает, такой красавец становится, ну, действительно прелесть, я беру ножницы и отрезаю веточки или что-то до момента, где здесь пробиваются молодые листочки, до междуузлиев. Вот примерно такие. Можно больше, но тогда ему еще две недели, я уже нечего мне будет еще срывать. Вот я срываю. С этим пучком я пойду к маме. Поэтому желательно, чтобы он был пышненьким, красивеньким. Сейчас я покажу, сколько настригла. Ну вот, моя грядочка немножко полысела. Это задел для будущих урожаев. Боковые веточки, молодняк, так я его называю. Ну, а мой пучочек, он вполне красивый. Хватит на пикничок семейный, прям вполне, кто любит базилик в сыром виде с мясиком. Хватит на первое и второе блюдо или салатик, кто что хочет. Вот, вот так красиво. Именно поэтому ответ на вопрос «иметь или не иметь» у меня очевидный. Всего вам самого доброго, всего вам самого вкусного, всего вам самого аппетитного, мой добрый зритель.